Приветствую, друзья! У нас сегодня распаковочка. Распакуем большую посылку. Это, конечно, тематика далекая от техники. Скорее, такая походно-бытовая. Такая коробка интересная. Открываем. Так. Ага. Так, смотрим, что же внутри. Ого, такая фенечка интересная. Классно, можно подвесить, куда-нибудь подвешу. Так, ладно. Внутри у нас бумажка. И два тапка, не знаю, по-моему, маловато мне будет. Как-то не похоже на мой размер. Ну, в общем, вот такие вот тапки, называются Camel, с верблюдом. Вот он, верблюд, приклеен не очень аккуратно. Здесь прорезинено, резиновая штука, мягкие очень, здоровские. Тут сзади липучка, здесь липучка, здесь липучка. Ну, в общем, вот такие вещи, друзья. Блин, ну мягенькие они, здорово. Сейчас померяю. Забыл сказать, для чего они, друзья. Такие тапки я использую для походов в горы, для походов по воде. Хотя они вот здесь вот проклеены, и вот это вот все выдерживает максимум один сезон. Но, в принципе, они недорогие. То есть вот здесь проклейка. Хотя, если оно прошито, оно тоже портится. То есть, в принципе, вот сейчас вот в таких тапочках ездил на море, стоял на горе в палатке. То есть, в принципе, в таких тапках можно и по горам побегать. Ну, не там, конечно, где грязи по колено, там нужны кроссовки. А вот если там дорожки хоть какие-то натоптаны, в принципе, таких тапок хватит. Вот мягенькие, здоровские. Я уже такими пользовался, проходил в них один сезон. После одного сезона они просто становятся не очень красивыми. Но если вы по городу ходите, то, в принципе, можно там и 2-3 сезона. Вот, они немножечко были мне маловаты. Но благодаря тому, что здесь целая куча липучек, то есть здесь я подотпустил, чтобы пятка дальше стала. Передок здесь наоборот ужал. И получилось шикарно. То есть получились, в принципе, на мой 45 размер. Нормально, размеры у них разные. В принципе, берите хоть немножечко больше. Потому что таблица размеров их не очень корректна. Ну ладно, друзья, я вот буду их носить теперь. Здоровские тапки, походные и городские. В принципе, любые, очень удобные и очень, не знаю, классные. Все, на этом все. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось видео. Я не знаю вообще, делать подобные видео еще или нет, нужно это кому-то или нет. Я просто вот для походов, для себя беру какие-то вещи и могу о них рассказать, а могу и рассказывать только о технике. Вот. Если вам нравится, поставьте лайк, и если считаете, что таких распаковок не надо на канале, тогда ставьте дизлайк, я буду знать, что не нужно. Все, всем спасибо, всем пока.